Как дела, ребятки? С вами FifaNetsPlay, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Plants vs Zombies. И сегодня у нас будет выполнение достижений. Да. Сегодня мы с вами выполним такое достижение «Доброе утро». Пройдите дневной уровень, сажать только грибы и кофейные зерна. Мы с вами не будем. Короче, сейчас мы проходим этот уровень на... Так, давайте приключения. Все-таки я тот уровень допроходил, да. Будет такая у нас, ну не рубрика, а просто выполнять достижения, как я, например, достигну ночи. Ну, пройду до ночи, Димой, смотри, что безумный Дэйв выбрал. Угу. Так, погоди, что-то у нас достижение было. Пункт. Пройдите дневной уровень, сажать только грибы, понимаете, надо сесть, ой. Нужно сажать только грибы. И, так, окей, значит, солнце гриб убираем, дыма гриб, труса гриб, леда гриб обязательно, ну и поехали. Так, ну думаю, с такими растениями с вами давайте пройдем. Угу. Ну, сейчас мы заработаем хотя бы на кофейное зерно. Как же я давно не слышу этой музыки. Вот они спят, еще стоят. Ну, я имею в виду, они вот спят, а нам еще это за это будет. Короче, я имею в виду, типа вот, они живы спят. Какой смысл их ставить, если они спят? Не, ну, конечно, их можно оживить с помощью кофейной зерны. Но, всё-таки, да, лучше бы они стоили все по ноль. А потом, когда кофейное зерно бы, ну, ладно, короче, фигню все расскажем. Так, так, так. Ешь. Вот. Молодец. В принципе. Так, вот никак мы с вами не можем. Солнце, знаете, какое самое главное растение? Правильно. Солнце гриб. А, мы никак не можем его. Ну, да. Ну, вот солнце гриб, он дает солнце. Понимаете, это или нет? Что ж, хотя бы это быстро перезаряжается. Так, ну, значит, поставим все. Быренько, давайте. Ну. Вот. Вот. Кстати, еще по-быренько. Сейчас мы... Пока что мы его сейчас будем задерживать. Так. Он там ест, там, наверное, чтобы концов не было, ну, по-моему, в этой игре нет концов. Так, ешь. Ай, зачем я это сделал? Просто мне нельзя сейчас ставить, понимаете? Единственный минимум, который не спит ничего. Не, ну, Рили, вы сами подумайте. А он, интересно, будет прятаться? Нет, он не будет прятаться. Может, типа, спит? Тихо, 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 спокойно. Мы тебя задержим как еле-еле, а ты... Ты что ты делаешь? Бомбит у него. На... Так, ну вроде мы везде всех отсыпили. Так что теперь будем от второй головы. Не, надо... Не любой бы ставить вообще-то трусогрипов, которые издали стреляют. Которые вдали будут стрелять. Умнее. Получше будет. Чтобы он не съел это вообще. Бордил. Бордил вообще. Вот, трусогрипов, значит, ставим с вами трусогрип. Особенно надо поставить трусогрип там, где это. Где это.
чуть ли не съели наших бедных спорогрипп. Так, нормально. Угу, так. Это чё, кофейное зерно? Мини-эпизод был. Нет, я бы, конечно, сделал бы все сразу. Да, сразу все бы тогда сделал бы. Ну, типа, сразу все, типа, сразу вот эти. Там же всего 4 достижения, да? Ну, типа, первое достижение то, что пройти, типа, с грибами, типа. Так, вот, вот так делаем. Типа, пройти днем только с грибами. Также пройти ночь только с этим... Как называется-то это? Только с... как называется? Только с горохострелами, только с дневными. Короче, те растения, которые не спят дни. Только с этими растениями пройти домой. Потом, когда будет бассейн, пройти также. Бассейн не посадив ни одного гороха. По-моему, так, да? Да. Ну, типа, да. И также на крышу, типа, пройти уровень крышу без капусты пупы. Да. Я про эти достижения вообще забыл. Только сейчас буквально вспомнил. Да. Поэтому вы сейчас заморозитесь. Так, ну давайте уже начнем ставить. Тут два растения. Жить. Ой. Слушай, надо уже что-то делать. Ты мой гриб там будешь ставить. Вот так. Вот, всё, сразу проснулся и начал стрелять. Да. Это был всё-таки их раньше поставить. Может, если бы я бы их... Ушибил бы, точнее, сразу. Да, если бы я прыгнул, сразу бы. Смотрите! Это он такой прикольный, когда спит. А, прикольный, спит. На, просыпайся. Ну, зомби. Поэтому пора заморозить. Что, конечно, будет... А, низко. Ой. Да, я просто не буду. Да быстрее давай. Вот. Окей. Значит, оно... Так. Так, ну давайте... Хотя не надо было выкапывать, потому что, сами знаете, чем больше, тем лучше. Так, дыма грипа. Дыма грипа. Который нам сейчас не поможет. Ну хотя ладно, не поможет. Он же такой растение, который сквозь, типа, он только раз. То есть, например, если тут три зомби идут, друг за другом они идут, если, к примеру, то вот этот вот дымогриб может сразу в трех попадать. И таким образом, ну, так рассказывает, не знаю, что вот это образовательное. И таким образом он, типа, ну, скажем так, попадает сразу в три зомби и убивает сразу три. Поэтому он, в принципе, лучше, чем даже грохострел.
что я даже тут захотелось мне о нем сделать факт, когда могли. Кстати, я посмотрел. А, нет, вы что думали, дорогие? Вот я сказал, смотри, сколько тут много зомби. Друг за другом будет пусть. И он сразу может и все их убить. Ну, не сразу, то не сразу. И, не, а сейчас бы из боевой крахастре много такой. То-то-то-то. Так, почему достижение выполнил? Почему я ни одного подсонок не выставил? Ну. Вот. Доброе утро, есть. Пройдите дневной уровень, сажать только пиво. Мы с вами прошли днем. Теперь продолжение этой рубрики будет только когда это. Так, теперь достижение есть. Такое доброе утро. Да. А теперь мы с вами будем... Где тут? Вот, не надо грибов. Вот пройдите ночной уровень, не поставив ни одного гриба. Горох не купается. Пройдите дневной уровень с бассейном, не сажая горох. Угу. Тут продержить нет. Тут еще... А, вот, земля. Пройдите уровень на крыше, не используя катапульт. Ну вот, да, в принципе. А, дорогие друзья. Так. Да. Это у меня все. Всем пока, дорогие друзья. С вами был... Я Фифинс Плей.